Чего? Чего? Стримерство тоже нелегкая работа. Бля, я не считаю стримерство работой. Для меня это точно никогда не будет работа. Это просто хобби. Маленькое хобби, чем я занимаюсь вне, не знаю, там, своей какой-то жизни, учебы. Просто все. Андрюх, убить Билла смотрел как-то? Слабо, нет, сильнее надо было ты еще. Ну вообще было почти. Круто, было бы посильнее, мне кажется, да, но я думал. Минус стул, короче. Чтобы говорить по-арабски, тебе нужно просто делать кричать и болтать языком. Ты типа делаешь а при этом и все получается. Ну типа все. Очень просто. Я тогда на русском говорю каждую ночь. Да, да, да. На медика или учителя учишься? На юрфаке. Плачу 500 рублей за каждую смерть. Блять! Начинаю считать. Ебать. Ну ты вовремя, конечно. Откуда знал, что я сейчас умру? Ты что, меня сглазил? Пикать как, Санька. Аккуратненько. Бляха, муха. Наш Эрнетто не особо хороший водитель. Блять, как и я. Смотри отсюда! Черт, только хотел посмеяться. Полина фоткалась вот в этом зеркало. Ну, кто подписан на ее инстаграм, но если на что не подписан, наверняка дрочите на все подряд и подписан на паблике с телками, а ее там постоянно форсят, так что увидели эту фотку. А вот это зеркало, она здесь укрыта одеялом там наполовину. Ну, все скрыто, но вы поняли, такая эротика. Вот, здесь вот видно угол этой кровати, а теперь знаете какой прикол? Она фоткалась утром, вот здесь я лежал голый с членом, блядь, с членом болтающимся на ляхе. И я говорил, слушай, Полин, я говорю, а твои дрочеры, они вообще догадываются о том, как это выглядит со стороны? То есть на твоей фотке все выглядит так стильно, утонченно, эротично, так охуенно. А вот поверни твою камеру вот сюда направо, блядь, здесь лежит волосатый, блядь, мужик жирный, огромный, с хуем на ляхе. Я говорю, это вообще нормально? Ну вообще это нормально, а как еще? Просто потому что это очень забавно. Это очень забавно, потому что я в этот момент здесь валял. Должно быть. Что слышал? Такого где-то вот. Ой! С чего? Со своим, наверное. Я понял. Сейчас же хуем на ляхе. Придурки. Что? Годричий ты инстиволен, да, кстати, мужики, блядь. Сейчас подождите. Nice shot. I'm just getting started. See the other guy? Пацаны, подписывайся. Woo! Baby! You see what? See what I'm saying, Jenkins? Sometimes you just gotta throw 360 yeah. And look good doing it. You good? Alpha bit. И кухня. Видите, написано кухня. Супер. Круто. Видно или нет, блять? Я нихуя не вижу. Ну, блять, ты попиздень. А можно крупничком, пожалуйста? Можно вот показать русского гомосексуального? Лицо. И ушки. А он в курсе? Да. Господи, а я считаю, что ты ему об этом постоянно говорил, это не значит, что он в курсе. А то, что он мне про это постоянно говорит. Да тихо! Ну я про это не слышал. Давай. Классный стрим? Скажи это разработчикам игры, пожалуйста. Классный стрим. Стрим классный, а игра хуёвая. Я не сразу
по факту. Yeah, I probably wouldn't sit on it, honestly. Oh my god. Ooh. I need somebody to like pull it down. Почему нет цензуры, бро? Почему нет цензуры? Я смотрю видос на Ютубе и нету цензуры. Сколько она еще будет это вытаскивать? Да, некоторые изменения моей личной жизни. И все такое. Я не хочу его убивать. Только не сегодня. Я отпущу его. Оставь за вас. Я отпущу его. Беги, зайчик. Я не ту кнопку нажала. Охуенно. Эй, ты урод! Ты ведь совсем не опасен, так? Куси его. Куси. Помогите, я умираю! Он меня убил! Эй, не помирай, слышь ты? Большое спасибо, Дима. Нахуй Диму. Это Дима маленький донат кинул. Большое спасибо, Егор. Удачи по жизни, заведем драку. Да что такое? За кассик? Да, в принципе, могу, блядь. Вот он пошел. Хатя дал больно очень. Понял. Если меня бивает Розон, я альтов 4. Все, я вышел. Блин, парни, съездите, пожалуйста, кто-нибудь за шторами за меня. Пожалуйста. Да, вот чат, спасибо, до свидания. Ну, слушай. Короче, надо забрать из Леруа шторы, ну, на мою фамилию, имя и это... привезти ко мне. Help me when you're so тепла и забота, она просто... приезжается ко мне на мою сторону. Зла. И чё, я с дедом всегда спала, блядь, в обнимку. У него вот так на груди лежало, но он меня всегда по головке гладил, вот нормально. В смысле, блядь? А ты его где гладил? Я его не знаю, я его обычно вот так просто, типа, щипала, мы игрались. То есть сейчас за грудь его? Нет, просто потом так. Потом ниже так. Я знала, между вами что-то есть, как оно может не и быть. И ты сделай себе имя, бро. То, что сделаешь? Я такой-то симпатичный, такой с бородой весь. Сделай свою стримхату с Алохой Викой. Серега, ты ушел? Чисто дотеры? Ну и хорошо. Я не хочу. Блин, он не ушел. Я в этом участии вообще. Ёб твою мать! Блять, клип что нахуй! Ты? Ёбаный рот! Куда сейчас? Что случилось? С чего ты вообще взял, что стримерство это мой основной род деятельности? С чего, блять? Может быть я ученый, блять? Блять, ебать нахуй, сука. Может я нахуй, блять, сука, ученый нахуй, блять, из химок, ебать нахуй. Может быть я, блядь, космический корабль помогаю Илону Маску строить, чертежи отправляю, сука, ебать нахуй, блядь. Откуда ты, блядь, нахуй, сука, ебать, блядь, знаешь, нахуй, блядь, ебать. Жесть, ну и люди пошли. Зашел, все, стример, все, значит, долбоеб. И это смешно, да? Wow, who are you? What are you doing on my boat? Friendly, hey, this is my boat. What, no. My boat. No! I've been on this boat for a long time, though. Okay, well, this is weird then. What the heck, dude? Maybe the game thinks we're these teammates. These are my chests. I'm that's true. Hey, what happened to my chest, dude? Hey, are you from? Wait, no. Are you from the sloop? A sloop shot at me. I don't think so. No, man. I don't have cool skins like that. All right, this is weird. I'm heading for sanctuary. Oh crap! Man, little run to the fucking island. You're distracting him. Yoink!
Ребята, подписывайтесь на... Моих детей и голосами детей нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами. Просто это божественно. Сука, ебать. Детей, нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Чего вам что-то еще смотреть? Или вы меня отпустите поехать? Забрать что-то.